Прежде чем мы приступим, я бы хотел обратиться к нашим экспертам с одной просьбой. Я напоминаю, что мы здесь обсуждаем три простых вопроса. Что сделано, как это сделано и зачем это сделано. В разные времена по-разному бывает важна последовательность этих вопросов, но сейчас мы начнем вот с чего. Что вы увидели в этом фильме? Про что кино? И, как следствие, рекомендация смотреть этот фильм нашей аудитории или заняться своими делами. Давайте с вас начнем. Я считаю, что кино про наше сознание и про наш быт, и про последствия, в которых, так скажем, в нашем быту возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем из-за, так скажем, нужды определенной. Я это увидел вот так. Если бы я был вашим приятелем, а вы бы мне, когда я вас спросил, идти на кино, ты смотреть или нет, вот начали бы вот это говорить, я бы сказал, конечно, спасибо тебе, что сказал, но не пошел бы точно. А почему нет? Ну, про что, историю можно рассказать? Про вам что двух, кино, с вашей точки зрения? В двух словах вам нужно сказать? Да, конечно. И в двух предложениях вам нужно сказать? В двух словах. Кино про... Вы же на шоу хотите, я вам в трех словах вообще всю передачу закончу. Давай я тут буду я хотеть, что хотеть, а что не хотеть. Давайте просто я ответьте тоже на вопрос. Хотеть. Что у нас здесь, тоталитаризм или что? Нет, я вас спрашиваю сейчас. Вы что хотите? Давайте я буду хотеть. Вы хотите поссориться сразу? Я уже это делаю. Подождите, это я могу. И я могу. Хочу вам объяснить простую вещь. Да. Значит, это программа, в которой я ведущий. Да, значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что скверно. Согласен. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос. Если нет, вас никто не держит. Спасибо, могу уйти? Не пожалуйста. Надо. Да, не потому надо. Что я думаю, вряд ли я с вами... Никит... Я с вами диалог не найду, честно. Нет, конечно. Пожалуйста, да, до свидания. Нет, пожалуйста, милые мои. Чего? Все, удачи. Где художники по звуку? Выход там. Спасибо. Пожалуйста. Ну, да. Вот увидимся у меня в гостях. Ну, ребята. Вряд ли я приду. Какой ты, а? Хороший, блин. Смелый такой. Вы знаете, я даже не требую сейчас от вас ни поддержки, ни осуждения своих действий. Так было и так будет всегда. Это авторское шоу. Здесь я решаю, кто за, кто против.